спроси-ка, Сит Анатолия, скажи. Так она и говорит, вспоминает, я говорю, Сит Анатолия, да, где? Скажи, это знаешь, ну, по... А она говорит, Толя, не говори, говори, Анатолий Владимирович. То, что это, мол, с горы еще, да, какой, сопляк, мол, скажи, еще им. Хорошо еще, мол, скажут, Толя, а то пи***ть полосольный, да. Ой, Владимирович, я не люблю так, да, вот. Ну, Сит Анатолия – это имя, это прям, Сита, да, Сита, расскажешь, это и все знают. Куда бросай, найдут. Найдут, да. А это Анатолий Владимирович, какой хуй, Анатолий. Думать будет. Я себе сейчас говорю, какой я хуй, Анатолий Владимирович, да, сопляк. Я и не люблю это. Есть люди, а вот они ему чувствуют, какой. Пилот, пароход, кличка была, лошадь у нас, у отца за фирмой был пилот. Она идет, идет, ляжет спать, изваляется. И вот сочинение на вольную тему, этот, как его, значит, писать, Антона Семеновна была у нас учительница, Ёшкина, вот звездой. Я написал сочинение, вот, ну, на вольную тему, как... Туда ездили, туда, вот лошадь валяется. Вот их назвали пилотом. И меня назвали пилот. Да, ну и хер здесь вспоминали остается. Это же, что, Бог делает его лучше. Иногда забудешь вот таких. А это, ага, почему пилот? Вот, а, лошадь была, вот так жили, вот так дружно, вот так доярок возили, да, вот таких. Достигли до таких ряд лет. Отец за фермой был, а она дояркой. Дояркой были за фермой. А тогда, ох, на лошадях. А я еще маленький, этот, как его, вроде, с отцом за фермой туда-сюда. А девчата только с клуба придут. 4 часа уже едой. Они на ходу спят, а тогда липняге, ну, киндяке, вот этот, как его, по 3 раза утром. Только утром кончат. Обедный дойка, дойка, здесь вечерная дойка, здесь клуб надо, вот, и, ой, как весело было, да ведь? А здесь, это гармонист туфта, и давай, бабы, да, как, не пропали, еду не пропали, как начну, ой, рот откроет бабы, а то вы, ай, здесь, ай, да.